Молодой британский дизайнер Том Кридланд решил бросить вызов так называемой «быстрой моде». Он создал свитер, который способен прослужить 30 лет. Производитель гарантирует, что такая одежда не сядет после стирки, не потеряет цвет и годами будет выглядеть как новая. А главное, спасет мир от избытка выброшенных дешевых вещей. Он сделан из органического хлопка с небольшим добавлением полиэстера. Это звучит не так гламурно, зато такая одежда функциональна, мобильна и комфортна. Хлопок износостойкий и довольно тяжелый, 360 граммов на метр. Наши портные – португальцы. Кридланд начал сотрудничать с португальской компанией, увидев ее продукцию, выпущенную в конце 70-х годов прошлого столетия. Она все еще в отличном состоянии. Дизайнер решил объединить традиционные приемы португальского ткачества с современными технологиями. В 70-е они не могли решить таких проблем, как усадка при стирке или появление катышков. Мы сделали уникальную вещь – обрабатываем ткань силиконом. Инновационные свитшоты вскоре появятся в продаже и будут стоить около 75 евро. Кридланд говорит, что в долгосрочной перспективе такая износостойкая одежда поможет покупателям экономить деньги. Пока неизвестно, согласится ли кто-нибудь носить одну и ту же вещь в течение трех десятилетий. Однако британский дизайнер намерен поощрять людей к этому.